Сегодня тема досуга. Мы заказали в Икее товар, пришли на новую почту его получать. Сейчас мы его получим, ну и посмотрим, что же нам пришло. Идемте. Перечень того, что пришло. Прикольно, да? Количество. Здесь можно по накладной принять. Ну, визуально все целое. Распаковку уже будем снимать дома. Мы получили коробку. Мы ее предварительно осмотрели на целостность. Ну, и едем домой распаковывать. Поехали. Ну что, вот она посылка. Давайте глянем, что у нас тут есть. Итак, как мы уже посмотрели на новой почте. Чем прикольно, идет накладная. Мы потом по накладной сверим, все ли пришло. Мы изначально на новой почте посмотрели это все на целостность, визуально. Ну, упаковано, смотрите, там картонки. Заказ делал не я, поэтому я не знаю. Для меня это тоже сюрприз, что здесь пришло. Вот мой ножик, будем аккуратненько каким-то образом его, чтобы не повредить сам товар. Так, оно запаковано хорошо, это можно выбросить. Итак, что здесь может быть? Интересно. Всем интересно, что здесь может быть. Итак, это такие вот чашечки. Я думаю, что они термостойкие, я думаю, что с них можно пить и чай, и кофе. Итак, сколько их можно, да? Я думаю, что их, наверное, 6 штук, да? Их 6 штук. Так, чашечки есть. Все целые, смотрите, все нормально. Вот они, 6 штучек. Ну, я их пока отложу в сторону. Следующий немаловажный момент. Кому-то пришел подарок. Привет, я котик. Quality Vietnam. Котик сделан во Вьетнаме. Привет из Вьетнама, Ася. Привет, Ася. Держи. Так, идем дальше. Котик ушел. Так, это похоже на плед. Так, что у нас? Плед сделан в Китае. Так, размер 120 на 160. Вид Моса. Ну, давайте посмотрим его. У нас серая стилистика, поэтому и плед вот такого вот цвета. Смотрите. Приятный, мягкий. Знаете, что сделаем? Я не буду его распаковывать, объясню почему. Дорогие мои подписчики, я вас очень люблю и благодарю вас, что вы смотрите мой канал. Поэтому я подарю этот плед тому подписчику, кто в комментарии укажет точную сумму всей посылки. Сколько, ну или будет ближе всего к сумме, которую мы потратили. Вы сейчас увидите все, что мы купили. Вот, сколько мы потратили в Икее на всю эту посылку. Если таких ответов будет несколько, то, соответственно, мы проведем жеребьевку. Давайте дадим время до 10 августа 2019 года. То есть это месяц и 4 дня с момента выхода видео. Продолжаем. Итак, плед есть. Что у нас есть дальше? Что-то тоже стеклянное. Что-то стеклянное. Что-то красивое, большое. Стеснение пропало. Градус все выше. Кто-то слышал уже эту песню? Ты. Я имею в виду в моем исполнении. Так.
это мы убираем. Итак, ух ты, там что-то внутри. Так люблю, когда вот запаковано, так интересно, ты не знаешь, что там. Наверное, поэтому распаковки всем людям и нравятся, что никогда не знаешь, что там внутри. А поскольку посылку заказывал не я, то мне самому очень интересно распаковывать. Итак, это банное полотенце. Вот так вот взял и пошел в баню. Так, или вот так, вот так в баню. Так, тара-та-та-да. Так, давайте посмотрим, что тут пишут. И у него размер 55 на 120. Тот же производитель, что и плед. Но полотенце мы не разыгрываем. Кстати, вот. Прикольно, можно его так вот на крючочек. Так, смотрим дальше. Что тут такое? Ага, это для запекания. Ну, это, скорее всего, в моих новых видео я что-то буду запекать. Мой редактор уже об этом позаботился. Так, хорошо. Идем дальше. Ух ты, что здесь еще есть? Дозатор для жидкого мыла. А где дождь, папа, тетя? Не знаю, поищем. Дозатор для жидкого мыла. Отлично. Так, еще одно банное полотенце. Такое же. Отлично. Итак, вот такой у нас комплект будет из двух полотенец. И... сейчас лето, сейчас пора фруктов, овощей, поэтому сюда можно фрукты сложить, сюда можно сделать, если к вам пришло много гостей, огромную гору салата овощного. Очень-очень красиво, смотрите, как оно упаковано, все четко, конечно. Молодцы. И о чем, я смотрю, позаботился еще мой редактор. Итак, вот такой вот наборчик, лопатка, пинцет, давайте я его открою. Так вот, смотрите. Три предмета. Вот такие вот три предмета. Очень удобно. Ну, я вам скажу, я просто знаю цены. Недорого. Но вы угадайте, сколько. Так, это все. Сейчас мы все это выложим красиво на стол и посмотрим все наши покупки. Очень хорошо, когда есть накладная, есть перечень. Итак, посылка 1671 у нее номер. Итак, первая по списку — мягкая игрушка. Бежевый, 21 сантиметр. Ну, мерить не будем, но я думаю, что это он. Привет, ребята, я мягкая игрушка бежевый, 21 сантиметр. Держи. Так, следующее. Миска прозрачное стекло, 28 сантиметров. Вот она, диаметр. 28 сантиметров. Кухонные приборы. Три предмета, черный. Форма для духовки, прозрачное стекло. Вот она. Кружка, прозрачное стекло. 6 штук. Будем пить кофе, чай и другие напитки. Плед серый. Дозатор для жидкого мыла. 1 штука. И банное полотенце. 2 штуки. Дорогие мои подписчики, напоминаю, что этот плед 10 августа 2019 года будет разыгран среди вас. Для этого вам нужно написать в комментариях максимально близкую сумму, сколько мы потратили на все вот эти покупки. Тот подписчик, который максимально близко угадает сумму этой покупки, получит вот этот вот подарок. Если подписчиков таких будет несколько, тогда будет проведена жеребьевка. Обязательно напишите в комментариях, было ли вам полезно это видео и хотите ли вы, чтобы я продолжал такие видео распаковки. Вы на канале «Взрослый разговор». «Взрослый разговор» – это бизнес, развитие, досуг. В данном случае это рубрика «Досуг». С вами был Сан Саныч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!